Так, мы в прямом эфире, чуваки, прошу прощения, мы пропустили с вами гол. Сейчас объясню, как это произошло. Микс просто пробежал за своего черного нигера и просто ударил в дальний угол. Вот так вот первый гол случился. Но мы его увидим в этом, в повторе, так что Повторяйте. ничего страшного. Основной Димасик. Да, я тут. Да, он тут. И вот так вот. Сегодня у меня, походу, почти все были уже в студии со Да. мной вместе. Но это хорошо. Как ты, кстати, с Кулерсом сыграл? Хорошо? Уверенно? Да, по-моему, вообще уверен, Да. да? Не стал, да, его там добивать уже в концовке Не то, как-то? что добивать, я хотел, конечно, забить, но очень не получилось. Факи, удар. И нигер, смотри, кто это там у него? Адриано, Хорошо. что ли? Хорошо, Микс начал, он обычно отлично Это начинает. Абубакар, что ли, два мяча забил? Да. Хрена себе, вот это начало Лига Европы, чуваки. Не забывайте, это вам не туда-сюда. А, на самом деле, Микс что-то начал отлично. По-моему, Ракона обыграл, тут обыграл. Ну, по-моему, кому-то проиграл, да, все-таки? Ну да, он растишки проиграл, Родерил. Ну, это... Да, Абубакар забивает два мяча, ни хрена себе. Он такой. А он говорил, что гол можно к тебе в аренду. Надо было мне Абубакара брать. Ну, ладно. Ну, у тебя же есть там и так. Ну, на Хотели. самом деле, порой Канда очень хреновая. Велбек мне что-то как-то пока не устраивает. Ну, ладно, посмотрим, Вообще не посмотрим. нравится, да? Ну, он пока не получает то, что обязан получать. О! Мандалиеву под удар. Удар, гол, 3-0, ничего себе. Ну, Микс очень сильный игрок, это просто абсолютно. Это просто. Ну, и Зидан не слабый. Да, Зидан тоже не слабый, ну как бы, Он не очень знаю. сильный. Он Вадос говорил, что он всегда такой вот предыдущий сезон. Но вот если бы он не прятался бы, не терялся бы, то он всегда бы хорошие места занимал. В Лиге Чемпионов был с Кафе, с Куфе или как там его правильно? Скуфьет, Скуфьет. Вот он сейчас видел, как спас отлично. да. Что-то в последнее время очень у итальянцев малолетние вратари появились, да, в Милане вот этот, который Да. Да, 15 лет. Донна-Рома. За-за-за-за. Что тут придумает? Берарди, кстати, походу нету. Да, но он в Фальке. фальке стоит. Фальке, Ну, Пирадей, да, может, да, пока не да. заходит. Слушай, ну 3 мяча за 13 минут, это просто суперское начало. Как бы микс, ну, как ты считаешь, есть у него такое, когда вот он ведет 3-0, и как это чувствует себя спокойно? Ну да, абсолютно. Есть То такое есть дело. будет сейчас, будет как акула, да? Да, он сейчас Или будет больше? просто, если не будет особо стараться там добивать, он будет сейчас будет искать ошибки соперника и уже использовать свой момент. Ну, слушай, конечно, 3 мяча, если пропустить так быстро, это, конечно, ужас. Но здесь еще, смотри, здесь еще разница скиллов в составах. Еще можно посмотреть, то есть Ну, у ты знаешь, я Фрайбург бы не сказал, что Фрайбург гораздо сильнее, там есть супер. слабее, конечно. Ну, слушай, там есть свои читаки. Да, есть, но они как бы, знаешь, Зидан, он любит таких малолетних там ставить. Ну да, у него типа как, я же говорю, мы до этого говорили, у него типа как Аякс, в принципе, клуб такой же, типа Да. молодой клуб такой. Третий, по-моему, или четвертый по возрасту, или может даже второй. Ну, короче, он входит в пятерку самых молодых клубов проекта. Вот, ну слушай, Зидан, на самом деле, обескураживающее начало. Я бы, конечно, поплыл вообще дико. Такие мячи, 3 момента, 3 гола, как-то Даш, имбула на замахе убирает. Не получается. выбрали как-то у него. Ну, мы посмотрим потом в концовке матча. Гол первый. Там он просто как-то продрался, я не понял, сам только включил. Так. Да. Ты видишь, кстати, экран-то? Я Да, включил. конечно. Так. Монтолива. Да-да. Хороший состав Микс собрал, кстати, очень симпатичный такой. Плюс аренда у него неплохие. Да, Берарди там. Да, Берарди там, Абубакар этот. Если бы еще бы и Вадос его бы качнул бы, а он ему, по-моему, только что-то плюс один там прибавил и все. Жалко Ну, пацана. Вадос вам А, не нужен. да, удар хотел наносить. Так, Родригес. Родригес тоже неплохо. Вот Карвали, вот Вадос за ним 6 сезонов гоняется. Да, все никак не может. Но уже, видимо, он не будет. Ну, хотя он же сказал, что вроде все деньги будет тратить. Теперь скажу вам инсайт, он сейчас все деньги будет тратить на полузащитника центрального или типа того, так что Ну все да, у него возможно. есть, в принципе, хорошие, но можно еще кого-нибудь Да, купить. у него до хрена игроков крутых у Вадоса, вообще не знаю. Да. Ну и скилл, соответственно, поэтому дает профит, то есть чемпионство. Но пока вот Еврокубки ему надо вот закрепиться. То есть он выходит там в финал ЛЧ, ну как-то вот без побед пока. Да. Пока побед нет, болельщики не готовы уже терпеть это, потому что лига, а Еврокубки хотят.
Ну, Ладос, как-то смотри, он то попадает в Еврокубке финал, но проигрывает в лиге. То лигу выигрывает и в Еврокубках. Уго! Отыгрывает. Ничего себе, удар такой. Ну, я думаю, как бы все равно Микс выиграет, и кажется, мне даже он выйдет из группы и далеко пройдет в Лиге Европы. А мне кажется, Микс, да, очень достойный. Я бы хотел, да, на самом деле, выйти из группы и попасть, например, на Микса. Ну, не завидую тебе, он достаточно хорошо играет. Да не-не-не, но мы с ним как-то всегда такие приятные матчи. Нет, ну с ним, да, то есть матч хороший выходит, но сложновато, то есть у него. Да у ничего, него... я бы с тобой поиграл, но ты, наверное. Кстати, что у тебя там по Лиге Чемпионов-то? А, да я Олегу, блин, 2-0 слил. Ууу, гол, Абубакар, хитрик, ничего себе. Да уж. Италия рвет в Еврокубках. Ну а что, Олегова это Барселона, да? Нет, Олега этот, Олег, ну этот какого, Яспортс. А, Яспортс, блин, жалко матч. Ну с ним хороший у нас матч уходит, мы с ним много тоф играли. Так. Ну бывает, домой. Ну конечно, в туре он сильнее, да, чем в туре. Ну, на самом деле, точно такое же абсолютно все. Да? Он мне говорил якобы, ой, да и в туре у меня таких провалов в защите не будет. Когда? Ну, когда я его в туре пару раз обыграл, он сказал, типа, я в туре гораздо сильнее играю. Да нет, 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 такого не может быть. Ну, нет, типа, есть, которые настрой, типа, на то, нет, а у меня, кстати, наоборот, я в толах играю лучше, чем в турах, кстати, у меня такая есть. Ну, это а да, Бубакар... это у многих такое. Мог сейчас покер забивать. Нет, сегодняшний матч самый крутой, я считаю, это, конечно, Манчестер Сити против Сток Сити, конечно, такой матч с покером Крауча, с дублем Харта, с игры он забил. Я не смотрел, но я посмотрю. Потому... Вообще, очень крутой матч, мы еще смотрели с креативом, так что там вообще суперский матч получился. Он его, конечно, порадовало. Крыховяк! Чуть-чуть не хватило. А когда, что-то я забыл, когда уже Микс четвертый забыл, забил уже. А, Бубакар же забил, вышел и забил. Ты не знаешь. А, точно, точно, да. Вспомнил все. Угу. Ну, да, Черчи. А, боже, Черри. Черри. Помидорка, да. Помидор, да-да-да. Черчи у нас играет. Ну, такой вот, тоже хороший итальянец. Угу. Да вообще итальянцы отличные. На да, итальянцев хороших мало. Угу. Собирать, конечно. Не, ну, я считаю, конечно, две... Ой-ой, Фальки как обошел! Просвинус удар и рядом со штангой. Фальки очень технично в противоход ушел. Очень, да-да-да, вообще суперски ушел. Не хватило, кстати, защитнику ловкости, кстати, скорее всего. Да, ловкости разве? Ну, да, да, да. Кстати, вчера Шайтан говорил то, что все-таки большие столбы, им вот ловкость нужна. Хотя бы 75, ну, важно, чтобы было. Если не ловкий защитник, он порой бывает, ну, его притесняют вот именно такие ловкачи. Вот так вот. Да. Одним ну, рефлексом ловкость... надо не... Нет, ну, тут, знаешь... Балансом, балансом. Не знаю, если у... все-таки бывают такие столбы с балансом, и фиг обойдешь, хоть у них даже ничего нету, ни ловкости, ничего. Пусть... Ну да, это любители типа Слайвер любит таких больших пацанов, типа Сал там вот этот, еще всякие хрени. Ну вот что, по игре, кстати, первый тайм закончился вот так вот, у нас 4-1, ну пока Зидан, ну не знаю, мне кажется, Микс-то еще забьет гол свой, поэтому тут как-то я не знаю, но я не верю в Зидана, то что он 4 Опа. Мяча забьет, а Абубакар. Абубакар красный, все, 100%, Абубакар красный. Мне нравится Сникер, как он бегает. Да, мне тоже нравится. Красным он просто разрывает. Я думаю... чем-то Баласем не напоминает он. Ну да, 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 да. Ну слушай, Микс, конечно, первый гол не дали нам показать, но тут просто сквозное преимущество. И мне кажется... со мной Микс тоже, он, знаешь, он так любит с места в карьер, то есть сразу забивать по несколько мячей в начале, а потом уже удерживать. Достаточно комфортно играть. Ну, поэтому, если сначала не провалить, то, в принципе, можно сопротивляться. Бороться. А да, если от начала провалил, то уже бесполезно. Ну да, слушай. Разыгрался у нас Микс. Ну, блин, у вас в Италии тоже, на самом деле, очень, очень борьба будет такая. Да, есть там... Достойные тренеры. Если Костиган жирный соберется, не знаю как-то. Ну, он хорошо играет, да. Если там Инал не уволится, там, Вяч там. Угу. Ну, все возможно, на самом деле. Ну не знаю, как там Реборн уже на днях открывается. Угу. Там уже геймплей и все, и там и с... Ну нет, там еще пока что ничего почти не готово. Там неделя-две будет только эти. Только будет раздача команд, потом эта вся херня, так что еще успеется. Жреба там.
Так что еще поиграет. Ну, что-то Инал, походу, уже забил. Он не играет ни одного тура, по-моему, да? Да. Дадза, выход 1-1. Удар го. Штанга, штанга, Штанга. да. Ха-ха, там уже так летел, он в штангу попал. Ну, слушай, Микс тут уже хотел, если бы он пятый забил, конечно, это Ну, не... это было бы то. Сейчас еще, не знаю, если сейчас Зидан забьет быстрый гол, то он может Черри, бороться. помидорочка. Ай-яй-яй, ну тут нет, Микс такой не прощает. Микс и защитник хороший, полузащита бетонная, балансовая. Он Бадзели, мой мальчик, у него уже два мяча забил. Да. Да он уже монстр какой-то вообще. Просто может 80 оттеснять. такое. Да. За счет тимворка там у него он более-менее нормальный. Но у него реакции реально не хватает. Да, если реакция ему сделать, то вообще будет. А сделает Микс Дзадзе. Так, ну Ну, как что же. знаешь, Кондогбия, вот ну, что-то наподобие. Такой молодой. Так. Помидорка не получает мяч. Микс тут ищет варианты в атаку. Не, он даже на удержание не стал играть. Он видит то, что соперник дает. Ну, не знаю, Зидан как-то... Я ожидал честно от него другой матч. Все-таки не принижая Микса, это естественно. Да. Но, блин, ну как-то вообще Ну, очень как-то легко дает. Дает очень много. начало, может, его обескуражил. Может, да, на первой секунде забил Микс. Удар, гол, 2-5-2. Кто? Это Тут Черри, и да? Черри, походу, да. Ну, А, пушка. 4-4 даже, 2-4, прошу прощения, то есть как бы два мяча еще и сюда, ну... Ну вот, он забил быстро мяч, считай, Ну да, все-таки. считаем мы быстро, да, 10 минут и прошло только. Ну, у него есть еще время Парни, отыграться. вон Талиева, но тут Бубакар, покер не хочет забивать пока что. Да, так вот, если бы чипшот. Ну да, Чипшотик. ты, кстати, чипшотом, да, забил, я был прав, Нет, этому не нет, чипшотом. а то он сам Ну, просто так просто вот, катнул. сам Он пиханул. там, у Базели там. Ну нет, Бенаси на ББшке же бежал, да, он просто тыкнул. Ну, тогда бывает, типа, порубит. Что-то тут Зидан пропускает 10 раз мяч и что-то ничего. Ну, кстати, чуть Ну. подлагивает, но что у нас? Да, может, Стрэндж. возможно. Ну, на миксе все идеально было там. Черри, помидорочка. Отправил. Черри. Эх. Ну, Зидан, как-то непонятно, как играет. Вот Микс не пускает совсем уже. Кассерес. Кассерес там, кстати, у него играет в опорке. Ну, и Дзадза. Дзадза на Бубакара играет. Эх, хочет он покер. Дзадза проигрывает. Пока Ну, Дзадза не знает. Микс еще забьет, я вот уверен. Потому что Я сейчас он тоже на думаю. контратаке поймает, и мы с ним минуем угол. Ну, если помидорка сейчас не разыграется. Ну, помидорка и так уже разыгрался. Там гол Ну забил, да, кажется. да, да. С левой прям так. Сочно. Ну, может, кстати, это не он был. Так, где Дигна? Эх. Дигна крутой чувак. Я не знаю. Этого Диагне. Нет, есть Дигне, это который вот сейчас он играет где в Роме. Там аренда из ПСЖ это ну в реальной жизни. Ну да, я знаю. Это Есть. защитник. Да, левый, Левый, по-моему. да. Он Это вот. играет у нас тут на проекте в Днепре. У А, в Днепр? него выносливость, по-моему, 90 или что-то такое. Хороший, достаточно фланговый защитник. Да. Я вот думал Интересно. насчет его приобретения, но сейчас у меня столько школьников приобрелось, так что мне же не надо. Я просто по Канде ставлю Мальдини, Тете, Бойсона этого, блин. Еще у меня и этот... Прокачки замучишься делать. Ну хотя Спартак, вот. а что прокачки? Следующий сезон просто Да. подредактируйте все, возраст одинаковый, так что там Ну, ничего. прокачки в следующий сезон там будет скрипт, я вот напишу его. О, круто. Дзадза, выход 1-1. Не, там Ройтнер. Оттесняет. Видно, что даже R2 Зидан юзает, потому что там он его так просто начинает друг другу пихать. Ну, слушай, игра успокоилась. Это было, в принципе, понятно. Да, тут. Два. Ну, сейчас кого собрался сюда. Ну и в принципе Микс уже так и не торопится забивать. Да, То есть. у Микса что-то было момента 3-4, но что-то как-то никак. Ну, тут Но Зидан. он уже в защиту сел, то есть Зидан, как. походу, смотри, кому-то там травму нанес. Валяется кто-то там. Ну не знаю, кто там. Видишь, да, по карте до сих А, пор как тут. валяется. А, да. Да он сейчас встанет, там ничего не будет. Ну, может, Обычно. будет травма. Да, но все на трансляции записывается. Все записано, все засчитано. Удар! О, Вот сейчас бы решающий момент мог быть. ну вот это, конечно, для интриги было бы лучше. Романели, как видишь, травма. Все записано. Но не для микса, но для интриги. Сейчас Слушай, бы ну это забил. ты знаешь, что это сейчас очень много решает и пропустит следующие два матча, пятый,
четвертый и пятый тур, да, получается, сколько там, два матча Да. пропускает, и это, блин. Ну там реально, ну подкат какой-то был Слушай, жесткий. как думаешь, это много, типа, считаешь, что там за красную три тура пропускать? Три тура именно? Да. Там же 4 тура. Или четыре, по-моему. Мне кажется, это многовато. Ну, блин. Ну, красную сложно получить, на самом деле. Но Ну. я на самом деле как-то раз сделал этому, от чего очень бомбило Сержака. У него игрок был, получил желтую травму, и он, короче, не успел его заменить. То есть, как, блин, нажал как бы на паузу, но я просто специально взял его еще раз, срубил, и у него красная была. Фиг знает. Да я помню, как это У него был там горело. Ну, влево. на самом деле, Сержак что-то подавал на его, но я сразу хочу сказать, что я не пущу его больше в Евролигу никак в жизни. Пока я буду модератором, я не пущу этого человека. Я думаю, все мало кто пустит вообще. Ага. Потому что это гад этого человека. Смысл его брать, когда он всех там материт, рубит, не знаю. Короче. Плохая у него репутация. Так, ну что у нас тут по матчу? Слушай, в принципе, если Зидан сейчас забьет, Да, у Романьоли меня. ушел, походу. Но нет, я вот думал, что в этой атаке что-то получится. Да. Ну, у него был шанс вот там Кстати, слушай, а что перекладывать. это за Кент? Кин такой, то есть. Кина, я не знаю, какой-то мой читак молодой, что-то у него там. Ну, вообще бешеный, на самом деле. Бешеный он забивает, у него там ББ хорошая такая. Ну, вот, ну, типа там. Удар желтый. Все желтый, короче, скилл у него такие. Ну, Зидан никого себя не продает. Родригес. Не, он сказал, типа, я продам тебе вот этого защитника Читака за 84. Я говорю, просто мне голландец нужен, короче, типа, хочу в защиту Читака голландца. Говорю, типа, давай. Он говорит, ну, Конголо? кр-кр-кр, да? Конголо или как его? Да, или как там. Нифига себе, Конголо так-то круто вообще. Ну, он сказал, что, типа, если будет крейзи предложение, я готов, типа, продать. А так, ну, в итоге я BBK до этого писал, в итоге он Ван Бика мне просто отдал. Всю дальний удар. Ну, Ну, слушай, Скуфье итальянец. надежно. Да, неплохо. Итальянец. Я вообще не заметил от Скуфье это ошибок. Да, там голы стопроцентные. Что тот, как бы там на силу удара. У Зидана, кстати, какой там вратарь стоит, я не заметил. Если Да, честно. или Сомера, или я не знаю, кто там. А нет, Но Сомера нет. он тащил просто отлично. У Микса очень много моментов, было больше 10 моментов в этом матче. И Бубакар хотел покер забить, что-то не смог в итоге. Дзадзе какой-то, мне не нравится Дзадзе, как-то он какой-то. Задзе вообще машина. Я мне Ну, ему в стоил этом за. матче он как-то не реализует свои моменты. Просто. У Чипшот, Читшот. Ну, такой чуть-чуть, да. Не Ну, засчитается, который. в смысле, да, то есть. Анимация, короче, клюшки так. Сегодня, кстати, так Стинг еще ударил. А Стинг наконец-то обил вратаря все-таки. А причем не один раз, а по-моему Да раза два или ты три ему даже. говорили, типа, Стинг, ну что ты там в ситуации выгодной для обводки, а ты не делаешь. Ну вот он. Ну да, если честно, вымучил он победу с Джастисом еле-еле. Джастис, кстати, сам себя показал очень банально, дрочил, ты сам видел, как-то банально. Как-то видно, что Ну, пацана. Ну не хватает ему практики, он не играет вообще. Как-то. Не знаю, смысл вообще игры его, если он не играет. он на реборне, да, играл? Да, он играл и на ML, вроде, может быть, фиг знает. Но на Реборе он очень хорошо играл, он потом в армию просто ушел на год. Ну, слушай, вот так вот быстро прошла у нас игра. Ну, 4-2. Ты был прав полностью. Ну, вот первый мяч, наверное, обескуражил. Покажет нам его. Да, вот, смотри, первая минута, пока, смотри. Просто ну, оп, оп и бах. То есть три движения. Раз, два, бабах. Ну да, это не игра себя проявила. Смотри, и у него еще бутсы такие черные. Да. Ну вообще как круто смотрится, не запоминается вообще. Да, такой чистый нигра, и тут такой оп-бабах Да. головой на Даже вот опережение. на респонсе так. Через коленку. Ну да, там красная кондак, что ты хочешь, там все возросло. Через игрока. А, ну что ты по матчу скажешь вообще? Мне Зидан, если честно, расстроил. Какой-то он был не собран в этом матче. Да, в принципе, заслуженная победа Микса, на мой взгляд. Хоть и Зидан смог забить два мяча, так, но все равно Микс поувереннее смотрелся. Да и моментов у него намного больше было. То есть он забить мог вообще. Ну, да. Забить мог вообще 6, там, 7 мячей. Ну вот. Бубакар отлично, смотри как. Бакаш в конец по-любому, да, то, что так. Ну, я думаю, что красный и желтый точно ставлю. Я потом спрошу у Микса ради интереса. Ну, тут вот видишь, что Черри, да, забивает как-то на Кассероса насквозь. Ну, вот единственное умрачение, конечно, это травма Романьоли, да, так. Ну, Да, мог Фрайбург. Черри был ненужная правее. травма. Ну, вот так вот.
такое вот у нас Лига Европы получилась. Спасибо там за просмотры. Димасик, тебе спасибо. Да, тебе тоже.